Всем привет! Привет, друзья! С вами Мажей Гризли. Ну что, друзья, добрались мы до Халибиду, последнего места, точнее, места последнего захоронения Бибни Ганеши. Проходим мы сейчас главу номер 5, называется она «Великая битва». Я думаю, что, может быть, как-то мы познакомимся вот с этой битвой великой, когда Ганеша защищал дом своего отца Шиву, дом своего отца Шивы, и был убит. Да, и вот я смотрю, тут две огромные статуи. Когда я зашел, я подумал, что это Ганеша. В общем-то, топор он держит, я смотрю. Здесь он ничего не держит, по всей видимости, отломлен. Но я думаю, мне кажется, вообще фигурки одинаковые. Только вот здесь вот он держит топор и какой-то посох. А здесь вот как будто бы топор отломлен и не хватает посоха. И не знаю я кто. Шива же он был вроде бы с шестью руками, а Ганеша вот с головой слона. Вот тут вот представили нам огромную статую какого-то божества. То есть с головой слона. И мне кажется, у него раз, два, три, шесть рук, что ли. Непонятно. В общем, надо подбираться поближе, смотреть. Так, идем. И куда у нас убежал он один-то там? Уже. Вообще, нам, по всей видимости, где-то мы смотрели в одной из голов, то ли вот на вот этой статуе, то ли вот на этой статуе, есть какая-то пещера. Вот рассмотрели мы эту пещеру. Как же называется-то, ё-моё, ну вот эту позорную трубу или как, бинокль, господи, забыл. Да, и вроде бы Хлоя и Надин сделали выводы, что это у нас пещера. Да, и хотелось бы рассказать, да, дамбу про какую-то они говорили. Дамбы, говорит, не видно, ее размыло. И я, то есть, рассказывал про пасхалки. Так, а где тут спуститься-то? Вот тут какой-то спуск. Ага, все. Да, я рассказывал про пасхалки, и опять-таки мой очень хороший друг Юра Куликов подсказал мне вчера, что, говорит, ты, говорит, смотри, говорит, дамбу. Ну, готово? Там, говорит, должна быть какая-то пасхалка в этой дамбе. Что за пасхалку он не написал. В общем-то, тем и интереснее. Так, и вот сейчас я прыгал, и наш браслетик королевы издал звук, завибрировал. И то есть я так полагаю, что где-то у нас тут поблизости сокровище. Так. Смотри, под водопадами видны какие-то сооружения. А, точно. Так, а что там за сооружение-то? Я лично ничего не вижу. Нет, я вижу, конечно, что за водопадом есть что-то стоит. Это отчетливо видно. Но что там за сооружение, непонятно. Так. Так. А где сокровище? Где сокровище? Может быть, там вот, там наверху. Вот опять. О! А кстати, браслетик-то еще начинает светиться. Вот у меня на правой руке браслетик светится. Вот отхожу чуть-чуть подальше. Все, светиться перестает. Ага. Так, значит, сокровище где-то поблизости. Так, ну мне почему-то кажется, что это сокровище, оно наверху. Как бы туда, на этот верх пробраться-то? Так, давайте попробуем отсюда. Вот здесь вот он светится, но здесь ничего нет. Так, ну, опять. Так, вот здесь вот, мне кажется, должен быть спуск какой-то. Так. Ага, вот оно. Сокровище. Так, смотрим. Какой-то чайничек. Кувшин с гравировкой. Да, вот такой вот кувшинчик. Находили мы нечто подобное
в Uncharted 4. Назывался он кувшин с тонким носиком. Так. Ну да, крутецкая, крутецкая штука этот браслетик королевы. Конечно. Ух ты, ух ты. Так, так, так. Я почему-то решил спуститься обратно, даже никаких обходных путей не посмотрел. Ладно, сейчас залезем. Так. Так, так. Куда нам? Нам вот сюда. Вблизи они еще великолепнее. Сейчас так. Подойдем еще ближе. Вблизи он еще великолепнее. Да, вот она в голове, похоже, эта пещерка. Да, но вблизи он не то что великолепнее, вблизи видно все недостатки. То есть, то есть уже статуя довольно-таки старая. Бросается это вблизи, когда мы довольно-таки хорошо в глаза. Так, похоже, нам вот за эту руку надо зацепиться. Ага. Извините. Так, ну мы прям в самой статуе. Только осталось разобраться, кто это, Ганеша? Сюда. Или Шива? Или это они в этой статуе и Шиву, и Ганеша решили объединить? Давай сюда. Так. Ты все время спрашиваешь, и каждый раз я честно говорю, что нет. Осмотримся немного, да. Действительно. Постройки у них тут такие внушительные. Старались, строили. Опа! Да ладно, блин. Обалдеть! Обалдеть, действительно. И это, кстати, совсем небезопасно. Видела? Назад да все. Поедешь? Все, куда мы не идем, все, по-моему, небезопасно. Так. А что это? Почему она назад не хочет? Ага. На пальчик. Это пальчик Ганеша. Так, по пальчику поползли. Да, интересно, что под собой подразумевает Великая Битва? Название Великая Битва, нам предстоит поучаствовать в какой-то Великой Битве или действительно нам расскажут про Великую Битву Ганеша? Я бы лучше про Ганешу послушал. Ну, если ты очень просишь. Да нет, не прошу. Ты говоришь, так. Ганеша сокрушитель преград. Он поставит перед тобой преграду, если она тебе на пользу. Поэтому он покровитель халибидов. Еще он бог удачи. Тот, кто дарует успех и процветание. Ясно? Это так. Круто. Ну я, как всегда, все самое главное прослушал, блин. Про кого это они говорят-то? Ладно, потом придется пересмотреть. Это, мне правда, кажется, единственный способ. Про Шиву они говорят. Так, да-да-да. Это единственный способ. Только вот что-то куда это мы... Куда это? Ага, вон вижу. Так. Отлично. Опа. Ух ты. Класс. И на один там. Опа, летает. Тоже. Весело. От Хлои не отстает. В хорошем смысле. Да, кстати, друзья. Наверное, завтра я попробую снять в режиме стрима эту игру, позаписывать, попробуем. Так. Опа. Неужели туда? На посох. Допрыгнем, нет? Допрыгнем. Отлично. Или это топор? По-моему, топор. Огромнейший топор. Интересно, какой рост был у Ганеша. Странно, что нет Асава. Он где-то рядом, но наверху не столкнемся. Почему? У него духу не хватит сюда залезть. Да хватит у него духу, у Асава, мне кажется, везде пролезть. И не только сюда. Так, так, так. Куда дальше? Там хох. Надин, что ли, там карабкается, кряхтит. Ага, вижу.
Так, ну мы прям на топор залезли. Прям на сам, на Ладно, самый. Я вижу, откуда можно добраться до короны на веревке. Уже близко. На самый. Ух ты! Нифига, за ногу зацепилась. Да-да, да-да. Да, интересно, если на ней повисеть подольше. Так, на самый кончик топора, обалдеть, залезли. Ну как? Впечатляет. Ага. Ну? И как теперь слезать? Так а зачем слезать-то? Нам же вроде бы на самую верхушку. А, все-все. Стою, жду. Так, водопад. Так, интересно, как мне попасть на вот эту дамбу, про которую мне говорил Юра? Все время стрекозки эти летают тут. Так, как мне попасть на эту дамбу? Ну ладно, может быть, будет у нас возможность, пока я, в общем-то, никакого... А еще вот, вот дамба. Дамба здесь не заканчивается. Если вот там еще она продолжается. Так, ну что, огляделись? Нифига, как мы высоко стоим, друзья. Обалдеть просто. Так, ладно, прыгаем. Так, аккуратно. Куда-куда, не вижу. А, вон, вижу еще одна веревка. Ух ты, блин, они так ударяются, бедолаги, что... Мне порой кажется, что никто бы не выжил. Так, вижу. От такого удара. Так, ну нам вообще, по-моему, мне кажется, вот на той Ладно. Скульптуре. Не сглазь. Вроде бы это пещера. Я, конечно, могу ошибаться. Но мы приползли вот сюда пока. А, нет, вот она. И персы любезно проделали для нас вход. Да, интересно, можно туда прям на верхушку забраться? Эх ты, нифига. Так, вход. Вход в саму скульптуру. Опа! Ну все, капец. Я думал, сейчас полетим и разобьемся. Неплохой выстрел. Видно, у персов был требушет. Так, что за выстрел? Требушет? А нельзя сказать катапульта, как нормальный человек. Требушет — это тип катапульты. Может запускать тяжелые снаряды вроде этого на дальние расстояния. Да? Тебя этому в армии учили? Это я в Википедии посмотрела, как нормальный человек. Так. Как они тут интересно разглядели этот выстрел? Я лично ничего не вижу, ладно. Так, требушет. Ну, я тоже слышал, что название катапульты это требушет. Ну, точнее, разновидность. Так, идем. Нифига тут построечка какая. Тут еще поди и жили люди. Готово? После вас. Так, а что готово-то? Поразительно. Ну, тут да. Наши друзья. Парашурама и Ганеша. Так. Ганеша, топор Ганеши, вот он. Если не с демонами, то друг с другом. Как-то нечестно. А где Парашурама? Ну, ему так больше нравится. Вот что ли Парашурама? Совсем на себя не похож, бедолага. Так, нет, это слонячая морда. Ну вот. Вот топор, Ганеша-то я. Ой, топор. А кто там был топор? А, ну да, лук Парашурамы, топор Шивы и Тризубец Ганеша. Ладно, все. Скоро я буду просто спецом в индийской мифологии, благодаря этой игре. Так, что, все, цепляемся. Так, и чего нам? Вниз? Я так полагаю, вниз. Я вот вижу тут вот еще одну веревочку, точнее, зацепку. И вижу, вон там еще одно сокровище. Сразу же. Вон оно, блестит.
прямо в горе высекли? Похоже на то. Ну, прям в горе, да. Так, что у нас там? Ух ты, что-то было. Так, кальянная чаша. Вот она, кальянная чаша. Тоже вся в узорах. Это я чё? Блин, гранат что ли бросил? Даже как-то и не... Сам не заметил. Так, давайте тут тоже обежим все. Да, прям в горе они высекли вот это вот все. То есть, получается, вот эта вот фигура, она получается полая. Интересно, об этом вообще кто-нибудь знает? Так, а вот смотрю, какая-то еще дверь, вон какой-то еще проход. Блин, а куда идти-то? Ладно, давайте сюда зайдем, посмотрим, что здесь у нас. А здесь у нас, собственно, ничего и нету. Здесь просто закрытая дверь. Так, фотография. Шива. По-моему, Шива над кем-то замахнул этот топор, вот я вот сейчас вот вижу, и кого-то хочет убить. Но почему, когда она спускалась, говорит, о, Парашурама, говорит, Шива, все здесь. Интересно. А Парашурама, может быть, врагом Шивы и Ганеши был? Эх, интересная, конечно, тема. Мне она понравилась. Я бы почитал. Поизучал бы. Эх, времени было бы побольше. Они забаррикадировали дверь. Не помогло. Видно, не ждали, что персы свалятся им на голову. Казалось бы, за два нашествия можно было подготовиться ко всему. Они просто вообще не ждали поражения. Да, были в себе уверены. Сюда. И это смотри, сыграло с ними оружие. Злую шутку. Права. Так, сам где оружие? Бывает. А, вот оно. Это оружие персов. Думаю, тут и персы, и хайсальцы. Первая линия обороны. Ну тут и вообще я смотрю, прям бойня-то была, ого-го. И правда, что вот великая бойня. Что-то. Так, вот это уже что-то. И у меня опять у меня сигналит мой браслетик. Где-то здесь есть сокровище. Эй, тут еще одна дверь. Так, вот она, эта дверь. Так, ее можно открыть, но я не хочу пропускать сокровище. О, вот оно, вижу. А почему-то так, как когда я там был, вроде бы сюда посмотрел, она не мигнула. Так. Так, нет, не надо нам тут. Уже один раз чуть не подзорвались. Так, что там? Так, я взял, нет? Ну, ё-моё, а что, почему не отображает-то? Где сокровище? Ну вот, опять надо искать самому. Так, ларчик, игра, нефритовое... Кольцо, железный тигриный серебряный кубок, нож, медная тарелка, которая на тарелку-то не похожа, тыквенный сосуд с гравировкой. Что такое? Почему не показывают? Украшение в виде бабочки, бинокль, бронзовая пушка. Почему-то они выборочно показывают. Так, ларец для чая тоже был, кувшин, кальянная чаша. О, нифига себе, вставная челюсть из золота и слоновой кости. Вот это да. Ха, обалдеть! Вставная челюсть, нифига себе! Вот это да! И золото причем. Жуть. Так, ладно. Давайте откроем эту дверь. Посмотрим. Ух ты! Даже работает. Так. Ну вот. Огонь загорелся. Индуисты склепов не строят. Усопших они чаще всего кремируют. Красивая церемония. Антиишти. На санскрите последняя жертва. Жертва? Тело – это сосуд, данный на время. И его надо вернуть, освобождая место другим. Это красиво. А этим не повезло. Так. Ну, костерчик горит.
Огонь горит. Интересно, сколько тут времени никого не было, и вот так вот сохранилась способность вот разгореться. Ничего там не выдохлось, не испарилось. Какая-то горючая смесь там или что. Эй, забирайся. Прямо в кости. Ничего себе. Боже. Здесь была последняя битва. Но империю они не спасли. О, нифига себе. И пусть. Нам же лучше. Это, то есть, получается, вот этот дом охранял Ганеша, дом своего отца Шивы. Круто. Нифига, мы прям до него дошли. Так, еще сокровищ. Вот оно. Так, какой-то складник, что ли. А, рукопись на палевом листе. Эх, жалко, нельзя развернуть эту рукопись и прочитать, что там. Было бы прикольно, если бы она разворачивалась. Так, ладненько. Давайте еще в ту сторону сходим и пойдем непосредственно в сам дом. Да, проиграли они персам, конечно. Но отбивались они, как конечно, вообще. Сколько они этих персов перебили. И вот тут один перс остался, видать, главнокомандующий с флагом. Пробили его насквозь копьем. Вот он остался здесь. Так, ладненько, идем. Ну, круто. Вообще, друзья, история вот прикольная. Так, где вход? Так, ладненько, вход, значит, вход. Надин, помоги этого сдвинуть. Ага. Давай, парень. Так, а чего мы сейчас прям в дом к Шиве, что ли, зайдем? Извиняюсь. Пардон. Я сейчас офигею, если отсюда вылезет Асаф со своей бандой. Только бы ближе, чем эти парни. Да, капец, ну они и жили, конечно. А почему ближе, чем эти парни? Это интересно, с чьей стороны? Со стороны Ганеша или со стороны персов этот воин? О, это дверь. Можно ли, интересно, ее сломать? Нет, наверное, нет. Так, и что? Вот это вот и есть дом Шивы? Обалдеть. Ну что, знакомое устройство. Только так. Бы оно не пустило сюда тонну воды. А что нам надо сделать-то? Только бы не запустила сюда тонну воды. Так, ну, что делать-то? Ничего другого-то не остается. Опа. Что-то новенькое. Что это такое? Могу предположить, что это какой-то механизм, открывающий ту дверь. Итак, посмотрим налево. Шива дарит Парашураме топор. А справа герой Парашурама отсекает Ганеши бивень. Стоп. Топором? Да. Тем самым, который ему подарил Шива, отец Ганеши? Ну да. Ну и жесть. Отцы и дети. Давай, попробуем открыть дверь. Так. И как это все работает? Ну, думаю, будем разбираться по ходу пьесы. Так, ну я понял. А, во. Ну-ка. Так. Похоже, надо нам совместить. Так, совместить нам надо тени и фигурки. Так, ну вот одна фигурка стоит, по-моему, правильно, нет? Или нет? Да, но первая фигурка, по-моему, правильно стоит. Так, топор. Топор. Где топор? Похоже, топор. Вот, ладненько.
Давайте подвигаем. Ну-ка глянем. Так, фрагмент переместился от меня. И его тень тоже. Так, запомнить бы это все. Где я чего попробуй перемещал. Давай-ка сюда. Так, а где топор? Похоже, вот топор, я, да? Кажется, понимаешь. Тени совпадают с картинами. Да, попробую расставить их по местам. Это даже весело. Так, а если еще раз? Ага. Так, понял. Понял. Сейчас вернем тебя обратно, Парашурама. Так, а какую я вращал топор-то? По-моему, вот этот я топор. Вот этот топор, да? Эх, нет. Куда ты? Возвращайся обратно. Так, теперь нам надо повернуть топор. Вообще топор вот он. Или это и все? В общем-то. Ну-ка, давайте вот эту еще штуковину повернем. А эти уже некуда. Просто меня смущает тот факт, что топор у нас как будто бы не цельный. Так, а где у нас тут? Так, это шестипалый. Вот он. Ну, шестипалый. Шестируки, точнее. На месте вроде стоит. Давайте вот эту штуковину попробуем. Так, его мы на место поставили. Давайте. Вообще у нас он передвинулся почему-то так. Давайте вот эту попробуем. Так, вернулся обратно. Такс. Давайте попробуем тогда вот эту. Это ничего не даст. Так, это нам ничего не даст. А вот это что нам даст? Ага. Так. Обратно. Так, возвращаем обратно тебя. Так. Какую же мы штуку-то поворачивали, что у нас уехал. Уехал он обратно. Так. Вот этот вот уезжает на место, то есть Парашурама. А как нам теперь выровнять Ганеша-то? Ой, точнее, ну да, Ганеша, которому он голову-то отсек. Что нам повернуть-то? Блин. Вот эту, что ли? Нет. Эту обратно уедет. Этот, по-моему, сейчас он того вернет. О! Ого! Ого-ого! Дальше не поедет. Так, дальше не поедет. Плохо, что он дальше не поедет, конечно. А, во, вот так вот. Ну а почему? Почему застряло-то? Ну-ка. Так. Сделали. Так, что ты нам хочешь сказать-то? Все, я в тупике. Ну как в тупике? Чтобы их тени совпали с символами на фреске. Да как? Похоже, слева должны быть Шива, топор и Парашурама. Справа должны быть Парашурама, Бивень и Ганеша. Поняла. Че за фигня? Че ты нам тут рассказываешь, а? Мы выровняли Парашурама, выровняли
Ганеша, тут тоже выровнялись. Сначала разберись, что пойдет в середину, а потом уже займись внешним кольцом. Ладно, попробую. Ну дает, а. Так, вот это поднимает или опускает? Так, этот у нас на месте стоит. Топор у нас стоит на месте. Этот, в общем-то, тоже стоит на месте. Так, 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 так. Ну, топорик мне, конечно, не нравится. Попробую другой рычаг. Так, а если я вот так вот, он прям вот сюда скатится, прям вот до самой, до серединки не остановится. На серединке вот, например. Так, 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 нет, нет, вот сюда надо. Вот эта вот штуковина, она остановится на серединке или она покатится прям до самого низа? Ага, точно, до самого низа покатилась, блин. Так, ладно. Ладно, ладно, есть идея. Вот это опустить сюда. Потом немного туда. Так. Выровнять топор. О, блин, не туда. Не с той стороны. Так. Так. Бивень есть. Ох-ох-ох, бивень есть. Чё, так, 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 что там дальше-то? Бивень выровняли, пока выравнивали бивень, нафиг забыли, что делать дальше. Так. Наклонить вот эту. Ну все вроде. Ага. Так, а прошурама-то что у нас куда уехал? И отодвинуть прошураму. Вроде все. Должно получиться. Все. Вроде получилось. Есть. Ага. Дверь открылась. Да. Причем без всякой твоей помощи. Пожалуйста. Так, а где дверь-то открылась? Где она? Та самая дверь. А, вот она. Так, ну что? Продолжаем экскурсию по дому Шивы. Ну вот. Скрестим пальцы. Бабах. Все. Капец. Так и должно быть? Не знаю. Не вгони нас в гроб. Ты зануда. Готова? Тихо. Поразительно. Какого Шивы? С языка сняла. Фрейзер! Росс! А нет, нет ничего. Думаю, все будет путем. Путем? Где этот проклятый бивень? Не знаю, я ничего не понимаю. А я понимаю. Твоя Хайсала водит нас за нос. А ты права. Ну класс. Нет, послушай. Ганеша покровитель Халибиду, а Шива покровитель Белура. А Белур это древняя, ну, столица. Именно. Что если король специально построил великолепный город, который стал прекрасной мишенью для персов? А прежнюю столицу все забыли. То есть весь город приманка. И его отдали персам, чтобы защитить Белур и сокровища. Сдается мне, что бивня тут и не было. Никогда. Где Белур? О, черт! Вот так точно не должно быть! Сейчас рухнет! Хватайся за край! Держусь!
Ну, блин. Что-то там совсем не хотела она лезть по этому повороту. Так, разбомбили мы весь дом Шивы. Столько веков простоял. Ты цела? Как мы вообще еще живы? Ну, талант и немного удачи. Эй, неплохо, партнер. Неплохо. Дай 5. Господи, ты чего? Ужасно. Как можно дать 5 и промазать? Эй. Поправь, если я ошибаюсь. Разве тут не было водопада? Был. Что это такое? Акведуки? Не. По ним спускаются водопады. Круто. Это что, мы сделали? Ну, это я сделала. Дерзкая. Слушай, ты извини меня за ту бестактность. Ничего. Вы бы с моим отцом точно спелись. Он тоже был на редкость упрямым ослом. Знаешь, вот это они заметили. Надо уносить отсюда ноги. Согласна. Так, ну что, друзья, побывали мы в доме Шивы, забрали там какой-то еще очередной символ. Воду подводили к воротам, так что надо идти вдоль акведука. Ладно. Так, и нам надо отсюда делать ноги. Ну что, друзья, завтра продолжим. Попытаюсь я сделать это в виде стрима. Не знаю, начну. Старт будет у меня, наверное, в 8 утра по московскому времени. Присоединяйтесь, друзья. Будет первый мой стрим. Пробный, так сказать. Ну, так что сейчас мы сделаем перерыв небольшой. Так что говорю вам всем спасибо. Всем пока. Всем до новых встреч. Завтра новая серия.